суммарный объем данных за год работы Кристофари, на которых обучались модели, превысил 1 петабайт. А количество GPU-минут, которые использовались при работе с ним, перевалило за 66 миллионов. Конечно, экосистема Сбера тоже использовала возможности Кристофари. Например, в сентябре Сбер запустил семейство виртуальных ассистентов «Салют». Для их создания мы обучали с помощью Кристофари более 70 различных моделей ASR. И еще большее количество моделей — text-to-speech. Благодаря этому сегодня каждый из вас может пообщаться с помощниками, которые мы назвали Joy, Афина и Сбер. Для этого просто запустите мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Или включите Sberbox, умное устройство для телевизора. Другой пример. С помощью Кристофари мы обучили на русском языке гигантскую трансформенную модель GPT-3. Она содержала 760 миллионов параметров. Представьте, Сбер первым в мире создал ее версию не для английского языка. Модель RU-GPT-3 была обучена терабайте текстовых данных, а в обучающую выборку вошло более 400 тысяч книг, свыше 7 миллионов научных статей и вся Википедия на русском языке, а также свыше 35 тысяч проектов с GitHub. Поэтому наша модель может генерировать осмысленное приложение и программный код. И с помощью этой модели вы тоже можете создавать действительно прорывные продукты. Она позволяет принципиально улучшить понимание машинами естественного языка и максимально эффективно решать множество задач из области NLP. И в конце октября мы дали доступ к ней всем вам. Это вызвало огромный интерес со стороны Data Science сообщества. Только новость об этом на профессиональных ресурсах прочитало более 100 тысяч человек. Но это не все. Я рад сообщить, сегодня мы открываем абсолютно бесплатный доступ к новой версии RU-GPT-3, которая содержит 1 миллиард 300 миллионов параметров. Демо-модели доступны вам на облачной платформе AI Cloud от SberCloud. Но и на этом мы не хотим останавливаться. В начале 2021 года мы представим вам модель на 10 порядков больше, с 13 миллиардами параметров. Она будет доступна на том же AI Cloud по модели Pay-as-you-go. Как вы видите, Сбер разрабатывает и открывает разработчикам все больше прорывных технологий. Зачем? Чтобы вы могли уже сегодня начать внедрять их в свои продукты и сервисы. Мы абсолютно уверены, применять для этого машинное обучение должно быть легко и удобно. Любому разработчику, любому дата-сайентисту. Но по нашим оценкам, к сожалению, только 30% времени дата-сайентиста уделяют обучению модели. Все остальное время уходит на подготовку. И почему это происходит? Часто рутинные трудозатратные процессы по обработке датасетов не автоматизированы. Или под рукой просто отсутствуют актуальные библиотеки и фреймворки. А также инструменты для автодеплоя результатов обучения через API. Ну или нет платформы для совместной работы DS-команд. Мы в Сбере считаем, дата-сайентисты должны посвящать обучению модели не 30% времени, а 99%. И при этом иметь возможность работать из любой точки мира, из облака. Именно поэтому мы создали такое решение. Сегодня с гордостью я рад вам представить Machine Learning Space от SberCloud. Давайте посмотрим, на что способна наша новая платформа. Уверен, вам очень понравится работать на ML Space. И вот почему. Во-первых, вы получите радикальное ускорение экспериментов. Благодаря Кристофари обучение ресурсоемких моделей займет считанные часы, а не недели или месяцы, как это было раньше.
Для этого на платформе мы создали очень удобный модуль Environments. В нем запускается обучение на привычных вам Jupyter Notebook или Jupyter Lab. А в качестве среды обучения вы можете использовать любой ваш Docker-образ. В модуле есть все необходимые утилиты для мониторинга потребления ресурсов, моделей или экспериментов. Это и Grafana, и TensorBoard, и MLflow. Благодаря этому вы легко контролируете прогресс обучения модели по эпохам и можете быстро сравнить результаты с другими экспериментами. Environments позволяет отслеживать загрузку ресурсов в разрезах CPU, GPU, RAM в любой момент времени. А еще суперкомпьютер Cristofari, на котором происходят все вычисления, имеет лицензию на работу с персональными данными, поэтому вы можете обучать модели на датасетах с подобной информацией. Во-вторых, ML Space позволяет совместно работать командам любого размера вне зависимости от локации. Это особенно важно сегодня, когда многие из нас перешли на удаленную работу. Объем задач только возрос. Уникальность нашей платформы — это версионирование датасетов и файлов. А в марте будет готов еще контроль версий докер-образов скриптовой модели. Теперь вся ваша работа структурирована и прозрачна. Даже если с датасетами или кодом будут работать десятки дата-сайентистов или даже сотни. За это на платформе отвечает модуль Data Catalog. В нем вы сможете настраивать права доступа к данным и управлять ими. А еще тегировать любые файлы и папки. Добавлять их в избранное для быстрого доступа и просматривать всю историю версий датасетов или файлов. А еще внутри Data Catalog мы разместили хранилище докер-образов Docker Registry. Образы можно будет развернуть в качестве среды для обучения в модуле Environments. Также вы сможете развернуть их в качестве микросервиса с API в модуле AutoDeploy, о котором я расскажу далее. Но это еще не все. В марте вы получите возможность совместной работы с моделями и ML-артефактами из внешних источников. Для этого мы запустим еще два модуля — Model Registry и ML Data Hub. Model Registry — это централизованное хранилище моделей с инструментами для управления их полным жизненным циклом. Он позволит вам делиться моделями и в несколько кликов размещать их в модуле AutoDeploy. В ML Data Hub будут доступны датасеты, модели, докер-контейнеры и другие артефакты для популярных ML-задач. Сочетание облачной и AutoML технологии создает такой эффект, который можно сравнить с переходом от ручного труда к промышленному производству ML-моделей. Это должно способствовать реализации стратегии развития AI в России. И все, что вам потребуется для получения результата, это квалифицированный программист, данные и технология LLaMA на ML Space. И прежде чем я перейду к опыту использования нашей платформы специалистами Сбера и партнерами, остановлюсь на последнем ингредиенте ML Space — на сервисе TagMe. Чтобы начать внедрять машинное обучение, вам всегда нужны размеченные датасеты. В мире практически нет платформ для специалистов по данным, внутри которых предусмотрен встроенный сервис по разметке. А в ML Space будет. И уже через несколько месяцев. Использовать его вы сможете двумя способами. Либо вы загружаете к нам данные, а мы высылаем вам датасет и гарантируем SLA по качеству и скорости исполнения. Либо вы привлекаете своих специалистов для разметки. А мы предоставляем им доступ к необходимым инструментам и к сервисам через облако SberCloud. Оба варианта позволят вам на регулярной основе получать датасеты высокого качества за счет встроенных инструментов контроля и автоматизации процесса разметки.